Построить на территории Афганистана казахстанские зерновые терминалы и элеваторы предложил заместитель председателя Мажилиса Владимир Башко. По его мнению, это поможет выгодно и своевременно продавать казахстанскую пшеницу в эту страну. В этом году наша страна столкнулась с проблемой дефицита подвижного состава из-за его простоя за рубежом. Уже месяц обратно не могут вернуться около 3500 вагонов. Проблема кроется в отсутствии необходимой инфраструктуры для быстрой разгрузки товара. Чтобы покрыть транспортный дефицит, пришлось привлечь больше 2000 зерновозов из других стран. На заседании комитета по аграрным вопросам обсудили и другие проблемы реализации урожая. Мы вот здесь на совещании, если бы, да как бы, да что бы, да почему. Слушайте, им 1 декабря надо возвращать деньги. Уже надо возвращать деньги, бюджетные деньги. А мы еще что-то тут решаем и говорим. Я думаю, надо серьезно, мы не только интересы сегодня фермеров ущемляем, но и интересы государства в первую очередь. Мы сегодня говорим о глубокой переработке зерна. Я вам сегодня приведу такой пример. В Петропавловске есть предприятие АО «Султан». Оно может 200 тонн макаронов в сутки делать, а делает 30%. Почему? Нету вагонов. Кто ответит за эту ситуацию? Я могу только еще раз ответить, что мы, во-первых, создали межведомственную комиссию, которая системно подойдет к этим вопросам.